Добрый день. Штаб общественной поддержки. Слушаю вас. Именно сюда поступают все звонки с обращениями от жителей Пермского края. Сейчас в штабе идет сбор предложений в народную программу партии «Единая Россия». Больше всего обращений по темам здравоохранения, комфортная городская среда и качественное образование. На сегодняшний день, вот только мы штаб открыли 2 августа, и уже более 78 тысяч обращений уже поступило. То есть мы считаем, что это в любом случае это желание людей, это мотивация что-то изменить. Вот. А для нас очень важно, что люди обращаются к нам. А для нас доверие региональной приемной, наверное, это самое главное. То, что было принято решение Федерации открыть штаб общественной поддержки на нашей площадке, мы считаем, что это абсолютно было верным решением. Активно региональная общественная приемная председателя партии в Пермском крае внедряет в свою работу цифровые инструменты общения с жителями. В работе штаба используются все формы работы приемной. Колл-центр, дистанционные приемы граждан, вебинары, круглые столы. Сегодня приемная пользуется у жителей Прикамья заслуженным доверием. С 2016 года по 2020 год количество обращений в приемную составило 178 тысяч. С 2020 по 2021 год в региональный волонтерский центр на площадке приемной поступило 101 тысяча обращений. С начала августа в народную программу партии от пермяков уже поступило свыше 78 тысяч обращений. Штаб общественной поддержки в рамках своего рабочего визита в Пермский край посетил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и глава региона Дмитрий Махонин. В ходе визита они пообщались с членами молодежного штаба общественной поддержки. Самое главное – это вот то, что вы за этот период сделали, помогая нам собирать предложения в народную программу. Вот, собственно говоря, на следующей неделе, 24-го в Москве на съезде, мы эту программу примем. Но, наверное, самое главное, что она не писалась в стенах московских кабинетов, а формировалась как раз в регионах. В рамках общения ребята также внесли несколько предложений в народную программу, одно из которых – увеличить возрастной порог для участия в программе «Молодая семья». Глава региона Дмитрий Махонин высказанную инициативу поддержал. Действительно, лимит федеральных денег он ограничен, и не все семьи, к сожалению, получают денежные средства федеральные и достигают определенного возраста и выпадают из программы. Мы на региональном уровне приняли свою программу, и это 10% компенсации стоимости жилья. Можно в ней поучаствовать, это уже будет что-то. Среди предложений в народную программу присутствует и тема цифровизации. Ответом на такой запрос жителей станет проект «Цифровой долины Прикамья». В первую очередь это проектный офис, где собираются ряд экспертов, и мы реализуем программы в сфере цифровизации. Мы планируем и масштабировать эту практику в будущем, и планируем расширять. В том числе мы планируем заниматься инвестициями в Пермский край. Окончательно принять народную программу партия «Единая Россия» планирует на следующей неделе в Москве. Именно она станет основным инструментом для позитивных изменений жизни в территориях уже здесь и сейчас. Также Андрей Турчак и Дмитрий Махонин подключились к видеоселектору Федерального штаба общественной поддержки, где с участием вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой обсуждалась программа санитарного щита России. В числе главных направлений сегодня эксперты назвали своевременный прогноз распространения инфекций и развитие медицинской экспресс-диагностики. На создание санитарного щита до 2024 года в России будет выделено около 30 миллиардов рублей. Екатерина Рухтина, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта».